Что изменилось за 10 лет с тех пор, как выросло новое поколение? Ну, надо сказать, что новое поколение мошенников выросло. Таким они были раньше, покоры, а таким вот любителям хомячков. Сейчас. Ну что? Ну, здесь у нас грузчики есть даже. Друзья мошенников. И юристы, друзья мошенников. Хостелы, которые разместят мошенников. И работорговцы, которые вернут деньги вам с мошенников. Охранники, друзья мошенников. Грузчики, самое главное. И подработка есть тоже хорошая, мошенническая. Берегите себя, люди. Берегите новое поколение мошенников. Вот, обращайтесь, вам рассказывается, что надо сделать с виртуальными грызунами и хомячками. Денежки платить.